Выходили из дома, все спали. Дождь идет, Ася сидит, охватится. Рыжий ждет, замерз. Барсик нахухолился, расхухолился. Весь такой тоже ждет. Игорь вдали гуляет. Тоже мышек, мышкует. Вообще холодно. Ветер какой-то северо, какой-то там восточный или западный. Такой не особо приятный. Но зато Асе приятно. В любую погоду. Зимой, наверное, тоже будем в поле опять ходить. Красиво. Тучки, такой дождик легкий. Ну хорошо. Если бы ветер был теплый, было бы вообще зашибенненько. Дождик усилился. Возвращаемся домой. Грей, как всегда, коротким путем. Рыжий у нас впереди летит. Ася идет сама. На ручки залезла, правда. Такая прошла полдороги на ручках. Барсик нас догоняет. Все замерзли. Все, пошли, Асюш. Давай, пойдем. Давай, давай, давай. Ты знаешь, как идти домой. Пошли. Еще нарвали травки другим. Сейчас гостим. Пусть кушают. Зелень она нужна. Бежим, бежим, бежим. Обязательно по дороге заглянуть в манеж. Да, Ася, что, никого нет? Нет, никого. Тут, кстати, у нее тоже любимое место. Травку покушать. Барсик. Рыжий уже там. Все спрятались от дождя в манеже. Отлично, когда есть манеж, есть где потренироваться и котиком спрятаться. Вот самое главное. Грей. Но Грей не может зайти. Рыжий вон спрятался, будет нападать. Асю, пошли. Рыжий обогнал. Трынь. Грейка. Вперед, вперед, давай. Барсик-то. Все, все бегут. Дождик усилился. Все, холодно. Осень. Ась, ну прекращай. Противный ужас. Не рычи, рычуня. Вот пистоль, деловая. Домой, домой, давай. Грюха. Что ты нас за проводник? Барсюш. Ну что, мы идем в конюшню? Или мы опять будем тусить? Ася хочет травку. Ася, ну травка дома. Грейка боится, когда его снимают. Он думает, что я ружье на него стреляю. Ася решила перекусить. Пошли кушать. Барсик сидит. Ася остановилась. Нам туда, к двери. Пошли, Кость. В яму обязательно надо лезть. Все, тут уже Чука и Рыжик сидят. Ась, домой или по конюшне пойдем гулять? Народ не раздумывает. Народ сразу. Открывайте дверь.